Мекамеханические инерциальные датчики являются ключевыми компонентами малогабаритных систем управления и навигации. Сфера их применения – робототехника, транспортные технологии, беспилотные летательные аппараты, космос и многое другое. Цель нашей работы заключалась в разработке и изготовлении чувствительного элемента датчика угловых скоростей вибрационного типа. Это сложнейшее устройство объемом несколько кубических миллиметров содержит сотни кремниевых подвижных элементов на одном кристалле и изготавливается при помощи технологий микроэлектроники и микросистемной техники. Итогом проведенной работы являлась разработка конструкции чувствительного элемента, расчет его электротехнических параметров при помощи методов компьютерного моделирования и изготовление действующих лабораторных макетов по собственной оригинальной технологии. Проведенные испытания доказали, что изготовленные устройства соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают построение на их основе измерительной навигационной системы тактического класса точности.